тебя на мою струнма, мою гору. Я таков, каким создал меня мой отец Сакатош, как и тебя, Довакин. Скажи мне, зачем ты здесь, Валан? Зачем ты прерываешь мою медитацию? Дрэм, терпение. Есть формальности, которые должно соблюдать при первой встрече двух дов. По давней традиции, сперва говорит старейший. Слушай мой тум, ощути его костями своими. Борись с ним, если ты Довакин. Покажи себя. Приветствуй меня не как смертный, но как дов. А, да. Сорседо Флосмуль. В тебе сильна кровь дракона. Давно мне не доводилось говорить с сородичем. Итак. Тебе удалось найти меня. Нелегкая задача для Йол. Смертных. Даже для тех, в ком течет Дова Сош. Кровь дракона. Чего ты хочешь от меня? А, я ждал тебя, Прода. Не стоило тебе так далеко идти для Тинвак со старым Дова. Нет. Тебе нужно оружие против Алдуина. Да. Они очень боятся за меня. Балан Фадон. Но я не знаю тум, который ты ищешь. Кросис. Он мне неведом и не может быть ведом. Твой род, Йоре, или смертные, создали оружие против дов, драконов. Наш Хадриме, наш ум не может даже постичь этой концепции. Дрэм, всему свое время. Сначала вопрос к тебе. Зачем ты хочешь выучить этот тум? Да, Алдуин, Зейма, старший брат. Одаренный, жадный и взбалмошный, как это часто бывает с первородными. Но зачем? Почему тебе нужно останавливать Алдуина?
говорит о том, что может быть, а не о том, что должно быть. Кости Цалуак, то, что ты можешь что-то сделать, не всегда значит, что нужно это делать. У тебя нет других побуждений к действию, кроме веления Рока? Ты только игрушка в волнах Дез судьбы? Итак, возможно, твоя судьба исполнится. Кто знает? Дезмот Махус. Судьба ускользает даже от дов, оседлавших потоки времени. Алдуин верит, что он победит, и не без причин. Рокму. И он не глуп. Ни Мэй, Рини Гуднол. Совсем нет. Вначале он был самым мудрым и прозорливым из нас. Но ты уже довольно долго терпишь мое многословие. Гросис, теперь я отвечу на твой вопрос. Знаешь, почему я живу здесь, на вершине Монавен, которую вы зовете глоткой мира? Самая священная гора в Скайриме. Сокрывак Струнма. Великая гора мира. Здесь древние языки. Первые смертные мастера голоса вызвали Алдуина на бой и одолели его. И да, и нет. Викнус Некрон. Алдуин не был побежден окончательно. Если бы был, тебе бы не пришлось сегодня искать способа победить его. Тогда норды использовали крик драконобой, чтобы покалечить Алдуина. Но этого было недостаточно. Окмулак Унслан. Это был Кел, древний свиток. Они использовали его, чтобы забросить его в потоки времени. Ненарочно. Некоторые надеялись, что он ушел навек, исчез навсегда. Нейе. Но я знал, Титбо Аматив, время течет только вперед. Придет день, когда он появится вновь. Поэтому я и жил здесь. Тысячи человеческих лет я ждал. Я знал, где он появится, но не знал, когда. Тит Крен. Время было разорвано здесь из-за того, что древние норды сделали с Алдуином. Если ты принесешь тот Кел, тот древний свиток сюда, к Тидоран, временному разрыву, с древним свитком, который использовали, чтобы разорвать время, ты сможешь попасть назад, на другой конец этого разрыва. Ты сможешь узнать драконобой у тех, кто его создал. Тебя, Кел, древний свиток.
дрожит от его прикосновения. Это несомненно. Тебя ведет судьба, Коган Акатош. Сами кости земли в твоем распоряжении. Тогда иди, исполни свое предназначение. Отнеси свиток к временному разрыву. Не мешкай, Алдуин идет. Он не пропустит этих знаков. Смелость достойна похвалы. Крив-Вотакрин. Теперь умри напрасной смертью. Слишком волнуешься, брат. Победа будет за нами. Почему Алдуин выжидает? Мы рисковали всем из-за твоего плана, старик. Он придет. Он не отринет наш вызов. И зачем ему нас бояться? Мы его хорошо потрепали. Четверо его родителей. Сегодня от моего плуга. Но никто еще не выстоял против самого Алдуина. Калтор, Сори, Биркер. У них не было дракона боя. Как только мы его свалим, клянусь, я отрублю ему голову. Ты не понимаешь. Алдуина нельзя убить, как меньших драконов. Он нам не по силам. Вот почему я принес древний свиток. Фелдер, мы же решили его не использовать. Я не соглашался. И если ты прав, он мне не понадобится. Нет, мы разберемся с Алдуином сами. Здесь и сейчас. Скоро мы все увидим. Алдуин приближается. Дизанне, Химхин де Бали, Сухинта. И пусть позавидуют нам те, кто смотрит на нас из соку Гарта.
Скайрим будет свободен! Пожиратель мира ушел. Да смилостивятся духи над нашими душами.
Воистину у тебя голос, как у дова. Союзники Алдуина дважды подумают после этой победы. Да, один из его союзников мог бы нам рассказать. Матмахус. Но нелегко будет убедить одного из них предать его. Возможно, Хавкас-Юн, дворец в Вайтране, драконий предел. Его построили, чтобы держать там пленного дова. Хорошее место, чтобы заточить одного из союзников Алдуина, а? Да, но твой Суум силен. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить его. Многие века я учу пути голоса, и многие века до того я учил использовать Туум. Но нет, Довокин, больше никто не приходит сюда за знаниями, Саран. Только ты за последнюю сотню лет. Я размышляю о Рот-Мулаг, словах силы. Я учу их использовать. Для меня этого достаточно. Чтобы познать слово силы, нужно впустить в себя его смысл. Поразмысли над смыслом, Рот-Мулаг. Слово войдет в тебя, и ты сроднишься с ним. Стану ли я учить тебя, Довокин? Какое слово зовет тебя? Какое слово ты жаждешь изучить? Три из них открыты для тебя. Фус, Фейм и Йол. На вашем языке это слово значит лишь огонь. Это изменение, имеющее форму. Могущество в своем наиболее простом аспекте. Вот истинное значение Йол. Сулейк, власть. Она есть у тебя, подобно всем дов. Но власть бессильна без решительности и действий. Думай о ней, как об огне в твоем Суум, в твоем дыхании. Суум Аркмора. Что ты сожжешь, что ты пощадишь? Кто из них взывает к тебе, Довокин? Фус, Фейм или Йол? Исчезновение на вашем языке. Смертные куда больше расположены к этому слову, чем мы, дов. Все, что смертно, со временем исчезает, и лишь дух остается. Подумай о значении духа. Он сладзи. Плоть смертна, она увядает и гибнет. Но дух остается. Это Фейм. Позволь ему смыслу проникнуть в тебя. Сумарк Мора. Ты почувствуешь, как твой дух придает тебе больше сил. Кто из них взывает к тебе, Довокин? Фус, Фейм или Йол? На вашем языке это зовется сила. Но когда ты толкаешь мир, мир толкает тебя в ответ. Подумай о том, как применить силу без усилия. Представь легчайшее дуновение,
перед которым ничто не может устоять. Это Фус. Позволь его смыслу проникнуть в тебя. Сумарк Мора. Ты сможешь толкнуть мир сильнее, чем он толкнет тебя. Да, это было сотни лет назад, ты же понимаешь. Тогда нас было больше, прежде чем бруники, акавирцы пришли и перебили всех моих Зейма. Я заглядывал к нему время от времени, почти обезумевшему от одиночества и плена. Тирасси Вас. Он даже забыл свое собственное имя. Я не знаю, как его смогли поймать, но Брунюн, Ярл, очень гордился своим зверем. Пак. С тех пор Хофкас-Юн стал называться Драконий Предел. Сумарк Мора.